Всем привет на 62-м стриме. Сегодня немножко не получилось с Lost Odyssey, поэтому я продолжу проходить Тоху. Второй забег, так сказать, сделаем. Привет, Тор. Так, возвращаем звук из Тоху. Так, что у нас по громкости? Потише, да, вроде надо сделать? Ну, я думаю, так где-то нормально. Или вот так. Ну, отпишитесь там. Итак. Кем же мне выбрать играть? Ну, я думаю... Даже не знаю. Ну, все-таки за Рейму, наверное. Потому что за нее, во-первых, сюжет более какой-то внятный. Вот. Да, Double Shift юзать я не буду. Ну, выберу... Попробую для разминочки, наверное, все-таки самонаводящиеся. Но опять же, я сюжет второй раз читать не буду. Ну какой там второй уже? 10-й раз. Ну только да, если дойдем до того места, где я не доходил, тогда да. Ну да, самонаводящихся, конечно, очень мало, они практически не наносят урона. Но правда, это еще не максимальная сила. Но максимальной силы их все-таки побольше. Привет, Гоги... Блин, опять забыл. Уги Бест Е. Тор, я не смог его стрим смотреть, у меня Twitch почему-то постоянно подгрузки давал секунд по 20, по 30. А потом секунд 5 играет, и опять подгрузка секунд 20. Я не знаю почему. Первого босса мы без потерь проходим, по-любому. Так, ну осталось там немного. Все, да, первый без потерь, все нормально пока идет. Но Тор там не из-за Инета, походу. Там что-то другое. То ли, ну, Твича что-то, с, не знаю, может быть, с магистрали к моему городу. Ну, или, ну, блин, я не знаю, ну, вообще непонятно, я честно не понял. Ну, Твича сервера же не в России. Или есть какие-то в России, ну, в общем, я не знаю, но... Как бы... Возможно, проблемы с этим, что-то с международным графиком. Хотя ты же говоришь, у тебя нормально было? Ну, не знаю.
Так я бомбы и раньше юзал, ты о чем? Так, таймер. Все. Бомбу берем. Восполнили себе бомбу, которую истратили на боссе. Ну как, ну мы не одну, конечно, истратили. Ну хоть одну восполнили. Так, ставим. Ах ты ж, реакция не сработала, чтобы это нажать кнопочку заветную. Думал проскочу. Да странно, почему я это не могу пройти-то в этот момент? Так, ну второго босса мы по-любому проходим с одного континиума. То есть мы не берем континиум на втором боссе. Да что же, я несколько секунд не дождался. Взорвем. Так, да, одна бомба, добить надо бы. Ну, это вроде не особо сложная стадия. Ай-яй-яй, лол. Так, ну-ка взорву-ка я лучше. Надо добить. Да добей там уже. А, там еще много. Так, сейчас таймер закончится. 5 секунд продержаться. Есть. Фух, без континиума второго босса. Уже нормально. Начиная с этой части, система карт понравилась. Ну посмотрим. Я-то не видел другие части. Ну, в смысле, более поздние. Третий уровень. Ну тут уже, конечно, не получится без континиумов. Нету ни одной бомбы. Думаю, даже до босса вряд ли дойду без континиума. Я пока настолько микрить не научился. И дабл шифт юзать не научился. Опа, вот и все. Да? Ну, кстати, крестиком вышивать не особо сложно, пека-пека.
рожден для Тохи. По-любому. О, ну что это? Ну... минус 3 бомбы. Лола, сейчас это чем использовал? О, все, начались непредвиденные действия. О, это было близко. Так, у нее две полоски жизни. Ой, на. Это типа стадии, да? А, блин. Не очень получилось хорошо. Да что это? Потрачено. Два континио взял на третьем уровне. Привет, Трикролми. Я сегодня, если не пройду сейчас несколько раз на норме, то включу норму с 6 жизнями. Странно, я решаю, мне нормально играть, в принципе. Но опять же, ты можешь это. Ты можешь на геймпаде играть. Ой, случайно нажал. Не в курсе ни про какие патчи. Ну так это же читы.
Ну, хз как-то. Можно поставить жизни 5 штук. Если поставить 5 штук жизни, я думаю, что я пройду за пару раз. Ну, за пару попыток. Например, пятую я так и прошел, и вторую, по-моему, тоже. Тогда поставлю иглу. Ну, рекролл, просто после того, как я слил несколько жизней на третьем боссе, мне что-то безысходность наступила, и я остался вообще... А первый до уровня нормально прошел. Ну, по крайней мере, для меня нормально. Проблемная? В чем прямо не проблемная? Я первый уровень без потерь стараюсь проходить. Ну и в принципе получается в основном. Double shift used. Ну. Сейчас пойму, что это такое. А! Пробомблены, ну да, но мне просто неудобно чат же читать внимательно. Заюзал бомбу, как и просили. Ну что из этого вышло? По-моему, лучше было бы бомбу использовать, чем потерять жизнь и сказать, нет, я не пробомбил первый уровень. Рекролл мину, я не собираюсь стать про в тойку. Я хочу просто пройти игру и все. Мне даже, в принципе, я бы прошел бы даже на изи, но просто на изи уровни меньше, и вообще вроде как даже последнего босса, да, нету, или что-то вроде того. Поэтому, как бы, вот это я не хочу. Вот, а так то, что там пройти какие-то челленджи, там, без бомб, еще что-то, вот это мне не интересует. В этой игре, по крайней мере. Но мед в этой серии игр. Таймер закончится. Улетело.
Ресурсов не хватит, если все так бомбить. Ну, нет, хватит. Я же прошел там пятую часть. Примерно таким же макаром. Да ладно, со 100 жизнями хватит ресурсов. Каждые 3 континуума по 5 жизней. Плюс там еще дают иногда жизни. И как бы в каждой жизни по 3 бомбы. И хочешь сказать, не хватит, да не. Лол, хватит. Да что, лол, ну вот это вот уже плохо, ну вот опять. А, дабл шифт помог. Вроде же не должен был попасть, поэтому не юзал бомбу. Случайно. А, ладно. А что такое по КД? Да ладно, рекролл, я в 4 уровень до босса доходил, даже в режиме, когда 3 жизни. Даже я проходил же это... А, нет, стоп, я проходил или нет? Да, я проходил, да, вроде? Да, я проходил один раз этого босса 4 уровня, играя за Марису. С 3 жизнями. Ничего. Играл так же, как сейчас, примерно. Вообще, конечно, интересно наблюдать, что почему-то именно Току набирает в чатике такой холивар на тему, как надо играть. Одна жизнь. Не, снап играл, кстати. Да и к тому же я много других игр прошел. Там столько не набирало. Это было близко.
использовать их по откату? В смысле по откату? А, типа, ну, в критической ситуации, да? Или что? Ну, так... Вообще-то, по-моему, они до этого предназначены или нет? Или там есть, можно еще с какой-то стратегией в них играть, в эти бомбы? Да. Ну вот я не использовал две бомбы. Печаль, беда. Печалька. Ну, это неудачная явно попытка. Я не на полную силу явно играю. Все-таки я могу чуть лучше. Чатик читать вредно во время игры, я это уже понял. У меня просто, ну, как бы рефлекс прочитать сообщение в чате, если там что-то написали. А, бомб-то нету. Не вымикрил. Ну вот дошел до 4 уровня, взял только один континуум. Ну как бы понятно, что не мудрено со столькими жизнями, но странно. Учитывая, что я еще и плохо сейчас сыграл. Так что не знаю. Мне кажется, с нескольких попыток по-любому пройду. Игру. По-любому надо бомбить. Так, одна бомба всего. Так, все, бомб нету больше. Ну, и я не увернулся. На этих лазерах использовать эти бомбы самое то. Все равно их много, потом я жизнь потеряю на последний. А, вот тут надо, я помню, что делать. Так, вроде бы до босса дошел. А, нет еще.
А, я помню, на пятом уровне меня какая-то жесть там в начале самой поджидала. Вообще нереальная. Ого, сколько всего падает. Ну, считаем, сколько я жизни потеряю на ней. Так, одна бомба, надо использовать, не терять. Так, следующая стадия. Ой, лазеры. Лол, все, зажали. Да Тор, да проходи, что ты паришься. Кстати, это первый континуум, который я взял, или чего? Или второй уже? Что-то я уже попутал. Не, второй, походу, да? Да, что ж, неудачно как-то. Один остался. Ну, да, печально. Ну, это, по сути, уже три жизни, да, потратил на ней. А у нее еще целая... Это... линия жизни. Сейчас откроется, вот открылась. Фух. Бомб-то нету. Максимум микро. Не хватило. Ну все. Вот это меня в тот раз просто убило. Во всех смыслах. Да, я так долго не протянул. Все, бомбы закончились. Надо как-то учиться выживать. Да, ну куда там выживать-то? А мог бы. Так. А, я никогда не закончу уборку. Госпожа будет злиться. О, это что, уборка она называет? Как от этой атаки-то уходить? Там же вообще мне некуда было уйти. Тут есть еще куда. Куда здесь было уйти, лол? Я так понимаю, это... О, это что такое?
Я так понимаю, это даже еще не босс. Да лол, это что такое-то? Что за прикол, я не понял. От этого вообще можно уйти? Или это то место, где нужно использовать все бомбы игры? И это еще был не босс. Классно. По-моему, тот, кто сказал, что я не пройду даже с 6 жизнями, был прав. Опять мне мешают убираться. Ты не похожа на хозяйку особняка. Почему ты здесь? Ты гость госпожи? Она не пропустит меня, если я скажу, что пришла помешать ее хозяйке. В любом случае, я не могу пропустить тебя. Госпожа редко выходит, чтобы встретиться с людьми. Она что, под домашним арестом? Госпожа предпочитает темные места. Тебе-то как раз лучше не темнить. Это же вы распространяете туман по всей округе. Чего вы пытаетесь этим добиться? И дневной свет досаждает госпожи, она любит темноту. А я не люблю, может прекратите это? Поговори об этом с госпожой. Ну так позови ее. Разве я могу подвергнуть госпожу опасности? Тогда может она появится, если я устрою небольшой переполох? Ты уже его устроила. Однако тебе не суждено видеть госпожу. Потому что я задержу тебя, просто остановив время. О, ну это сейчас я понял. Это удаляй. Я не настолько микро хорошо умею. Опа. Да лол. Не прикол. С остановкой времени. А, маленькая там... Что-то... Пулька. А, что я сделал? Потерял 2 бомбы. Опять потерял несколько бомб. Лучше использовать буду. Понятно. Ну вот дошел до босса 5-го уровня. %79. Ну вроде еще и 6-й уровень есть, на котором не прошел босса, но это вроде на норме. Но я на норме и играю. Я просто 6 жизней поставил, 5 точнее. Но я играю на норме все равно, не на легком. Ну видишь, сложность нормы написана. Привет, FQ. Ну ничего, для первой попытки. Да не, плохо. Че, кого обманываю? Надо как-то, блин, не знаю, собраться. Не, все равно буду за Рейму, потому что сюжет как бы основной за нее. Кого выбрать, какое выбрать оружие? Ну какое, не знаю. Как бы, вроде бы и то хочется. Это сильнее, но
самонаводящийся, оно как бы, да, позволяет уходить в другой часть экрана и там микрить просто тебе спокойно. На легком шестого уровня не будет? Да, на легком не будет. Но я-то на норме играю, поэтому у меня будет. А что там, будет полноценный что ли уровень? Или такой мини-уровень и сразу босс? Как в других частях. Там было именно так. Ладно, буду чередовать, наверное, тогда оружие. Опять сейчас самонаводящийся включу. Не, ну вообще, конечно, сложность тут рассчитана немножко неправильно. Ну или, по крайней мере, описана неправильно. Написана норма для обычных игроков, да? И в итоге обычный игрок, который вот, ну реально обычный, да? Как бы, он может, ну с трудом, не с трудом, но пройти только на последнем континиуме, да, игру. А чтобы пройти на норме без континиумов, то есть на хорошую концовку, ну это уже надо быть чуть более чем нормальным игроком. Мягко говоря, чуть более. Обычный азиатский игрок? А, ну ясно. Босс адский? Ну понятно, босс всегда адский последний. Я помню, в пятой части там вообще такую жесть придумали с этими пейнтовыми полосками, ползущими по экрану. Бомбы не жалко вообще. То есть если я даже мог там не использовать, ну и ладно. Правда, может не хватить сейчас, у меня одна осталась. Но я думаю, должно хватить. Готово. Чтобы норму пройти, тренировались на лунатике? Ну это как-то чересчур. Гоги Бест Е. Значит, я не буду проходить другие части. Я уже несколько раз говорил, я не буду становиться про Тофу и пытаться пройти там какую-то мега-хардкор. Для меня вот это мега-хардкор. Я это пытаюсь пройти. Если для кого-то это изи, ну пусть играет другое. Если другие части намного тяжелее, прям, да, что я вообще не осилю, ну и все. Значит, закончится на этом Тофу. На Ютубе пройду на Лунатике. Без смертей. Так, все, я чат опять читаю, не вовремя. Потом прочитаю.
А, тщательно продумывать? Ну, посмотрим. Меня тут очень смущает, что маленький экранчик. То есть вот это окошко, оно где-то 640 на 480 так на глаз. И его увеличить я не знаю как. И в итоге я всматриваюсь в мелкие частицы. У меня монитор Full HD, да, 21,5 дюйма. И вот это маленькое окошко, я туда всматриваюсь. Так, я пока без смертей, да, все еще иду. Ну вот. Чё ж я бомбу-то не использовал, ну блин. Старые косяки все еще работают. Вот хоть в наводящемся, но попадаю. Пусть там понемногу, но тратит. Ну, правда, они, по-моему, совсем понемногу тратят. Ну, вообще, да. Даже не вижу, чтобы полоска там двигалась особо. Таймер быстрее закончится, лол. Так, бомб нету, я понял. Микро. Максимум микро. Несколько секунд придержаться. Вот и все. Сколько я? Две, да, жизни потерял? Или одну? Две жизни я потерял, начиная с первого уровня. Ну, это уже лучше, уже лучше. То есть я бы еще не взял бы континуум, даже если бы играл бы на обычную трехжизненную. Так, сейчас прочитаю, что написали. Нормальное разрешение только после 12 части. Печально. Почему музыка называется китайский чай? Это у них считается плохо, что ли, китайский чай или что? В Японии. Своя атмосфера, но это я давно понял. У них очень своя атмосфера. Так, у меня бомб-то нету, а я что-то расслабился. Думаю, а, сейчас зажмут, ну нажму тогда кнопку. А, не. Да, вот тут проблема. Ах ты ж. Ну, это было как бы уже очевидно. Я такое пока не микрю.
А, и такое тоже. Так, босс. Ну вот уже босс третьего уровня. У меня еще две жизни в запасе. Каждая жизнь с тремя бомбами. Что, неужели я без континиумов не пройду ее? Если бомбу не буду терять, пройду. Я лучше буду использовать даже там, где, возможно, могу пройти. Вот есть... А что, у меня закончились, да, бомбы? Я вроде нажал. Что-то вот... Сейчас я просто потерял три бомбы. Ну, ок, ладно, ладно. Я понял. Я не очень. Так, последняя стадия. Удобно было, последнюю бомбу использовал. Ну это перебор для меня. Но однако я без продолжений дошел до четвертого уровня. Хоть и с пяти жизнями. Ну, в режиме с пятью жизнями. Но все равно прогресс. В любом случае, это хорошая попытка для меня. По сравнению с предыдущими. Вот это было не очень, честно. Сейчас еще эти лазеры, а у меня только две бомбы. Вообще одна. Мне это напомнило, кстати, какого-то босса из предыдущих тох. Там подобное было. Thank you.
Оу, что это было? Что-то оружие, конечно, слабое у нее совсем. Заметно так. Ну, да, наверное. Тор вернулся, а где был? Посуду мыл? Пека-пека. Как-то мне повезло-то. А зачем я использовал? О, не вовремя. Ну хотя ладно. Пока еще все еще попадают бомбы неиспользованные. Не радует. Че, неужели не пройду без континью? Так. Пока есть возможность, надо не упустить. А откуда у меня жизнь взялась только что? О, отлично. Ну вот, у меня есть еще два продолжения. И я до 5 уровня. Но бомб у меня нету, я сейчас сразу же солью жизнь. Ну, это практически гарантированно. Да. Этот уровень надо просто пережить бомбами. Ну, я не знаю, как вот здесь. Что с этим делать, лол. Ну я не знаю, вот что с этим делать вообще, просто не понимаю. Тут еще вот более-менее понятно, но все равно. А, бомб-то нету. А, 10 миллионов очков. Неужели тут такая тонкая система подсчета очков, что они аж в миллионах исчисляются? Или то для понта? Опять это, ну, это просто смешно, но это невозможно. Я хотел посмотреть, как пройдут без смертей, без бомб, вот этот момент. На лунатике. Да даже на норме, пофигу.
Все, босс. Ну, лол, надо пройти каким-то образом. А бомб-то не было уже. Так, конечно, замедление это... С одной стороны дает подумать, с другой стороны... Толку сбивают. Печаль, беда. Как меня не задело, лол? Как меня сейчас только что не задело? Ну, я, в принципе, не жалуюсь. Пройди этого босса без бомб? Не, нереал. Ну что, последняя стадия? Все, бомб больше нету. Надеемся на себя. Что это? Жесть. Да, штопа такой птоху. Вот. Теперь-то я могу с ней встретиться. Ты сильно, возможно, Каспера сможет остановить тебя. И шестой уровень. У меня не одной жизни, но еще есть продолжение. Финал. Кровавый дождь в Элизиуме. Случае лучше уж бомбу использовать, чем брать продолжение до босса. Лучше пусть на босса перейду ни с чем, чем... Ну тут мог бы проскочить, кстати, зря я. Я вытяну из тебя хотя бы одну бомбу, прежде чем тем, кто спорожа злится на меня. Да, у меня не было бомбы. Может, умолкнешь и уйдешь наконец? А, еще и с этой сражаться опять? Да, ты лол. Какой там? Ты же все, должна валяться там. О, да ладно. Что за пулемет? Мне там оставалось продержаться несколько секунд. Ну вот и финал босс, так понимаю. Не пора ли уже показаться, юная леди? Как я и думала, люди бесполезны. Вечно молодая алая луна Ремилия Скарлетт. Ты горничная... Та горничная была человеком? Теперь ты убийца. Не волнуйся, от одного убийства я не стану серийным маньяком. Итак, у тебя какое-то дело ко мне? Да-да, есть одна проблема, и эта проблема ты. Не слишком ли резкий вывод? Я даже не понимаю, о чем ты. В любом случае, не могла бы ты поскорее исчезнуть? Разве это не мой особняк? Это ты должна уйти. Я хочу, чтобы ты исчезла из этого мира. Похоже, ничего не поделаешь. Хоть я уже и сыта, разве ты наняла эту горничную не для своей защиты?
С юной затворницей вроде тебя я быстро разберусь. Сакуя отличная слуга. Благодаря ей все в округе целы. Значит, ты сильна? Как знать, я уже давно не выходила наружу. У меня слабость к солнечному свету. Похоже, ты не так проста. И раз уж луна такая алая, то я точно убью тебя. Только потому, что луна алая, похоже, это будет веселая ночь. Похоже, это будет длинная ночь. Фух. О, у нее 4 здоровья. Печаль, беда. Ну, печаль, беда, что я могу сказать? Ну, не знаю, вряд ли, наверное. Посмотрим. Что это? Ага, понял теперь уже. Как-то все внезапно происходит. Не, у меня бомб тут уже не хватит. Так, 3 осталось. Так, 2 осталось. Ух! Ну блин. Это можно было замедлить при желании. Да ну, лучше бомбы пока использую, пока есть возможность. Что это? Ну... Это же какая-то ерунда. Одна осталась, а еще 0 потом будет. Ну, потрачено это уже понятно, да? У меня все, ни жизни, ни бомб. А что с этим делать, вообще непонятно. Ну, мы увидели последнего босса. Я понял, сейчас, вот сейчас я понял, что да, нужно сильное оружие. Самонаводящееся вообще не помогает, потому что я не могу микрить. 95%. Всегда одной жизни не хватало. Ну вот считай, что мне не хватило одной жизни, по сути, потому что дали бы 5, сколько, 3. А, ну 3 бомбы. Ну, возможно, что даже да, одной не хватило. Ну так, непонятно. Ну, знаешь, Рекрыл, я тебе скажу. Да, я вижу там большинство атак, я вижу, как можно уйти, да. Я не скажу, что они невозможны, безусловно. Но, как бы, блин. Во-первых, мне микро не хватает, во-вторых, рисковать не хочется, потому что я опять теряю бомбы, и когда пытаюсь микрить. Так, а какая разница, что она неуязвима к бомбам? Главное, что я неуязвим к атакам, когда юзаю бомбу. Вот это же главное. Привет, Локи Каф. У меня все считается. Более того, я играю с 5 жизнями. Так, тогда беру иглы по-любому, потому что, ну, да, слабое оружие, это прям заметно на вот там последних уровнях очень заметно. Ну, так у нее же все равно прервется атака. Какой экстра левел? Там написано 6 уровней, я вот, вот 6-го дошел.
Ну, естественно, будет плохая концовка, я в курсе. Хотя вообще тут непонятно, что есть плохая концовка, что хорошая, потому что назвать Рейму положительным героем как-то язык особо не поворачивается. Там непонятно. Очень странный какой-то сюжет. Японский, одним словом. Первый бессмертие, я знаю. Без смерти и без бомб. Вот так вот. Лучше. Привет, Элис. Аккуратненько. Тут у меня обычно таймер заканчивается быстрее. А, нет, убил что ли? Попался. Вот первая бомба использована. А где первая, там и вторая? Ну, главное, что не жизнь, а бомба. Пока что.
Так, я вот не попадаю в нее, это плохо. Попал. Что, без смертей и второго босса? Вообще, два уровня без смертей. Только две бомбы использовал. Уже лучше. Ну, третий, конечно, так весело не получится, но посмотрим. Я не знаю, что-то я использовал. Может, и зря. Так, ну, бомбы, к сожалению, закончились, поэтому похоже, что придется скоро тратить жизнь. Ну, до босса третьего уровня без смертей дошел. В принципе, это прогресс. Но самого босса не получится. Все-таки тут микро я такой не умею. Ну, вот. Ну, ничего страшного. Ах ты ж, пожалел бомбу. Ладно. Вот этих спиралек-то несложно уходить. Изи? Ну не знаю, изи. Вряд ли. Не, без смертей тяжело, то есть вопросы. Нет, не понял, Тер.
Да вообще любая тоха на лунатике изи. И Боша изи. Все игры изи. Тут уже босс посложнее. Ой, ну это было вообще зря. Такое хорошее начало было, и так испорчено. Да, ну вот и босс, ну, уже потрачено куча жизней. Вайпы на трэше. Возможно, возможно. Ох, вот это вот, да. Ну, по крайней мере, я мог использовать бомбу. Это было совсем глупо. Две бомбы потерял. Но с таким раскладом надо проходить первые 4 уровня без продолжения. Раз я смог до сюда дойти без продолжения, значит, можно вообще все 4 уровня пройти без продолжения. Но я имею в виду, даже я могу. Наверное, но у меня еще 2 бомбы оставалось, конечно, мало. Ну, как бы, в принципе, можно было подтянуть. Плюс я несколько раз слился на легком, опять же. Thank you.
даже не буду комментировать это. Надо же, как ты это проскочил. Да, вот эта уборщица — это самая жесть, по-моему, в этой игре. Все-таки она жестче, чем последний босс. Ну, добью. О, нет, не добью. А чего у него уже ноль, а так медленно тратится? Потому что не выпадаешь, что ли? А, как я жизнь-то не взял! О, крабов чат. Срочно. Жизнь не взять — это сильно. Да? Не знаю. Блин, попробую проверить эту теорию потом. Она же, по-моему, здесь тоже будет использовать эту стадию или нет? С красными этими. Да, куда там идти было? Так, нулевая стадия. А, ну зачем, блин?
6 секунд продержаться? Не. Придется бомбу вывезти. Финал. Ну, сейчас еще опять эта уборщица припрется. Как она и... Ой, ну это было плохо. Как она и говорит, вытащит из меня пару бомб. Ну так и случится. Практически одно и то же. Просто горничное, не знаю, более культурное слово. Одну секунду не продержался. Ну, печально. Вот у меня 5 жизней на последнем боссе. Мало. Мало. Ну, не 5, по сути, 6 жизней. Я не знаю, тут бомбить буду по любому поводу и без повода. Но тут у меня нет уже бомб, поэтому, да. Так, третья фаза, третья стадия, как это назвать-то? Да. Красиво, конечно, я понимаю, но мне это не очень. Я не пойму, те летучие мыши мне наносят урон или нет. Нулевая стадия.
О, все, да? Ну, наконец-то. Ну вот. Ура, плохая концовка, да? Смотрим. Пустынный храм в летний день, однако по-прежнему не хватает летних солнечных лучей. Я должен переключать? Рейму. О боги, как же надоело, неужели этот туман не рассеется, пока я не одолею ее? Вдобавок ко всему, еще и очень холодно. Рассеется ли туман, когда Рейму одержит верх? Лето ленивого человека, алое лето продолжается. Плохая концовка 1. В следующий раз попробую пройти игру с первой попытки на нормальном или более сложном. Ну понятно. Вот, соответственно, я считаю, что я игру прошел, так или иначе. Я не буду ее перепроходить на с тремя жизнями или как-то так. Да, Тор, когда континуум берешь хотя бы один, то становится плохая концовка. Вот, ну, игра хорошая, конечно, качественный скачок вперед после этого на NEC-PC. Первая игра под винду от Зан. Мне понравилось. Сложная, но это как бы по сути качество Тохи, да? Она для этого предназначена. Ну да, разная должна быть, потому что сюжет вообще по сути разный. Сюжет же у них разный. Рейму конкретно хочет от тумана этого избавиться. А это Мариса вообще, по-моему, просто куда-то идет, там летит и все, и ей встречаются на пути вот эти все персонажи. А, ты за Мариса прошел и то же самое написано? Странно. Ну, в общем, в любом случае, стрим на этом завершается. Ну, досмотрим титры. Кстати, хотел еще отдельно сказать спасибо всем, кто оценивает стрим. У меня на прошлом стриме набралось уже рейтинг 100, с учетом плюсов, минусов. Ценю ваши оценки. Конечно, хотелось бы видеть причину, особенно минусов. То есть я же должен исправляться как-то, если что-то не так. Вот. Так что, конечно, очень хотелось бы видеть, если ставите минус, за что... Я попытаюсь исправиться, если там что-то объективное. Вот. Да, спасибо за Double Swift вчерашний. Я даже не набрал максимальное количество очков. Ну ладно. Вот, если есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, можно писать в чат. И на этом стрим завершается. Всем пока.